По моей команде. Маневр. Огонь. Справа. Так, справа. Гепард. Наблюдаешь? Давай крути крен родной. Крен вели. Сегодня выполнили боевой вылет по уничтожению опорного пункта противника. При вводе в маневр сработал бортовой комплекс обороны. Были отстреляны тепловые ловушки, ракету наблюдали, она ушла. Выполнили стрельбу 20 неуправляемыми авиационными ракетами, цель поражена. Это все рассчитывает машинка, то есть у нас цель забита, координаты ее есть ее превышение. У нас есть момент ввода горку, то есть кабрирование. И то есть она показывает, какой нам необходимо установить тангаж, дабы поразить цель. Накрывает, как бы можно сказать, площадью, но часть попадает и в цель, и также все, что попадает вокруг, осколками уже засыпает врага. Это надо прийти к цели, это надо прийти на предельно малой высоте, дабы не быть замеченным заранее, чтобы они не успели убежать, попрятаться в свои, так сказать, окопы. Выскочить в нужный момент, совместить эти марки, так называемые, и тогда все у нас будет хорошо, ракеты летят, цель, враг поражен. Нас этому учили, защищать свою родину, отдать свою жизнь за родину, поэтому мы готовы.